Мы готовим новую программу, ну, точнее, она будет, так скажем, глубоко переработанная старая программа выступления. Будут новые элементы пилотажа, будет воздушный бой реактивных самолетов, у нас этого еще не было. Уже облетали 2 самолета из 3, которые прошли необходимое техническое обслуживание, и готовимся к проведению фестиваля 2-3 сентября текущего года. Выполняем ежегодно так называемые 200-часовые работы. Ну, если для обывателя, это мы разбираем самолет по крупным узлам, вот, все проверяется, каждый агрегат, и после этого выполняется облет для проверки работоспособности систем. Каждые выходные на аэродроме достаточно много людей, гостей аэродрома, людей, которые приходят посмотреть или попрыгать с парашютом. Трансвижка 201, запуск. Разрешили. В таком первый раз, конечно. Жарковато, необычно, и, ну, будем говорить, мечта сбылась. Из земли, из воздуха, природа и все остальное — это просто непередаваемо. Я очень счастлив, что мои сыновья подарили мне такой незабываемый полет. Реактивный самолет есть реактивный самолет, и для обывателя лететь вверх ногами и при этом не отрываться от кресла — это очень необычно. Скорости в верхней точке, как правило, не ниже 180, а в нижней точке 650.